В МЧС поступил сигнал о возгорании. Замкнуло проводку на складе инвентаря в Академии единоборств. Пожару присвоен повышенный номер вызова, а на место направлено несколько расчетов. Первым делом нужно оценить обстановку и выстроить правильное взаимодействие с персоналом комплекса. Каждое движение спасателей в этот день оценивает руководство. Это часть январских учебно-тактических занятий. Для проведения учения привлекли личный состав, дежурные караулы местного гарнизона города Рязани. Изучили с личным составом оперативно-тактические характеристики объекта. Дальше уже отработали действия по тушению пожара и спасению людей. По плану учения эвакуацию провели еще до приезда пожарных. Однако в здании осталось 6 человек. Теперь нужно их найти и вывести из якобы охваченного огнем комплекса. Внимание! В здании сработала пожарная тревога. Просто вывести людей не получится. В здании полно дыма, поэтому спасатели применяют спецсредства и доставляют персонал на свежий воздух. Здесь их осмотрят врачи и окажут необходимую помощь. Но в учении все не так просто. Спасаясь, люди спрятались на крыше здания. Здесь применяют спецтехнику. Пожарно-тактические учения окончены, люди спасены. Здесь практическая часть заканчивается и начинается теоретическая. Предстоит проанализировать действия спасателей и провести так называемый разбор полетов, чтобы в реальных условиях месту промашки не нашлось. Валерий Седов, телекомпания «Город».